Похоже, надо туда наведаться. Расскажу-ка я Ганке. И все это снаряды сделал один человек. Кому ты пишешь? Маме. Да, она зовет домой. Сейчас? Правда? Ага. У нее рука в гипсе. Надо помочь с ужином. Ты сказал ей, что я... Спасибо. Можешь выйти вон там. Ты же вернешься? Безусловно. Посмотрим, что за тайны скрывают подвалы. Ганке, я в вентиляции. Класс! Ты выяснил, где они прячут Нуфор? Пока нет. Посмотрим, что за тайны скрывают подвалы.
Ганге, я в вентиляции. Класс! Ты выяснил, где они прячут Нуфор? Пока нет. Но я видел, как Фина пошла в подвал. Попробую выследить ее. Слушай, вот ты такой крадешься по вентиляции. Ты чувствуешь себя героем фильма? Набиваешь под нос героический мотивчик, а потом тебя могут поймать и бросить в камеру над бассейном с крокодилами, а ты делаешь бомбу из жвачки и смываешься. Стоп, что? Нет! Ясно, просто спросил. Ладно, я в вестибюле. Нужно разобраться с тренировками подпольщиков, а потом искать тайную комнату. Да неплохо вышло. Надеюсь, Фиск знает, что мы захватили его территорию. Пусть боится. Ребята, пора показать, на что вы способны. Вот это дело. Все просто, или ты, или тебя. Давай смелее, не трусь. Дамочки, пора бы и делом заняться. Точнее. Ладно, неплохо. Глаза на цели стреляешь. Тебе помощь нужна? Вот так, точнее. Да ладно. Уже надо делать. Что, не ждал такого? Ну хватит, так дальше нельзя. Вперед. Тебе. Прости. Это новый человек! Один.
придумал. Еще один повержен в прах. -1. С пауками шутки плохи.
Пора баиньки, бро. Ладно. Фину пока не видно. Где-то же она должна быть. Я читал интервью Фиска, он там сказал, что любит полезное искусство. Что это значит? Не знаю, но в его доме нашли кучу секретных проходов, спрятанных за картинами. Так что... Да, понял. Еще. Стой, а там есть где-нибудь большие статуи? Кажется, видел одну. Может, проверишь? Фиск и статуи сочетаются как огурцы с молоком. Что? Гадость! А ты все-таки попробуй. Эй! Вроде что-то есть. Ого! Потайные ступеньки. Глубоко. У многих злодеев есть потайные ходы. Может, Фиск хотел сбежать от другого Человека-паука? Мог бы построить скоростной лифт. Может, успел бы сбежать. Давай не будем подсказывать злодеям, что делать, а? Слышал, какой шум здесь не будет? Вот эта тренировка там идет. Я понимаю, что ты не хочешь с ней об этом говорить. Но с тех пор заболели 3 человека. 3! Мы знаем, как опасен Нуфор. Мы знали, что будет опасно. Мы же все согласились. Но дверь заперта, а вентиляции не нет. Не получается проваливать. У подполья нет времени возиться со слабаками. Ты слышишь? Люди из подполья тоже болеют от Нуформа. Какая черствость. Ну, форм довезли. Он цел? Да, в лабораторию в городе. Ганги. Они перевезли, ну, форм. Может быть так, что канистра опасна. Она так гудела, словно может взорваться. Силы нового паука изменили его структуру. Скажите всем, чтобы не трогали. Их убежище. Ну, форм... Какая картинка? Тогда смогу сузить поиск. Я не отступлюсь, пока их не уничтожу. Вы со мной? Ты знаешь, что да. Хорошо. Нужна энергия. Генераторы, аккумуляторы, все что угодно. Тащите в кинотеатр.
Паук? Сам не понял, что я сделал, но сработало! Ладно, займись паучьими делами, а я исследую карту и поищу зацепки. Глаз! Продолжу вас шокировать! Ты не остановишь нас, паучок! Твое! Паучьими делами, а я исследую карту и поищу зацепки. Класс! Продолжу вас шокировать! Тебя крышка! Лохся! Он выдыхается! Давай, попробуй! Могу вычеркнуть схватку в злодейском логове из списка дел. Попробуй со мной! Я обработал фотку карты, что ты прислал. Похоже, подпольщики обустроились на старых стройках Фиска. А что за кинотеатр? Финал. Поминала. Кинотеатр? Это... Не надо, Ганг. Драматично. Сказался. Это кинотеатр Джем. Думаю, именно там она спрятала униформ. Надо туда заглянуть. Если ты в кино, я только за. Но если хочешь сначала заглянуть на базы подполья, я знаю, кто поможет. Лады, внесу базы подпольщиков в список дел и сообщу, как доберусь до кинотеатра. А я буду тут, вылавливать критические баги в спид на нагоне. Фина встретится с подпольем в Джеме поздно вечером.
Пожалуй, можно пока проверить приложение и заняться другими делами. И подружки. Можно подумать, Нью-Йорку не хватало праздничной лихорадки. Новость дня. На нас ползет тропический шторм-ураган. Ну да, прямо как в том фильме про корабль, потопленный бурей. Упс, спойлер. В общем, сейчас самое время жертвовать приютом. Ведь если придет буря, многим понадобится помощь. До встречи и не забывайте проверять свой кредитный рейтинг. Вам положен один бесплатный отчет в год. Тратьте с умом. Пока! В приложении пишут, рядом грабят магазин.
если я заберу Нуформ и узнаю, что Фина собиралась с ним делать, будем считать, день удался. Ты был прав, Ганке. Подполье повсюду. Так оно теперь надполье? Работай дальше. Оно под напряжением. А! Неприятно. Судя по данным с костюма, там было 300 килоджоулей. И это просто ау? Преимущество биоэлектричества. Должен быть внешний источник питания. Источник питания. Несколько. Явно надо идти по кабелям. Барьер под электричеством. Это серьезно. Похоже, после башни Фиска они слегка занервничали. И кто бы это был? Опустошил. Отлично. Теперь остальные.
Вот, передохни. Человека-паука или рок? Очередная победа Человека-паука. Так было раньше. Нового оружия у Роксона нет, да.
берегитесь! Здесь человек-паук! Он видел наши планы! Мы должны его прикончить! Не пускайте его в одну форму! Готово. Надо опустошить этот генератор. Вот так, потихонечку. Тут живут? Thank you.
наверное, твое! Еще один. Доложи о проверке периметра. Ну уже, Серж, проверьте, что с ним там. Он нас выследил!
Проверьте ее. Выдвигаюсь. Сара, есть новости. Сара! Проверьте, что с ней. Я закрыл башню Фиска! Закрою и вас тоже! На этот раз умелец тебя остановит! Но теперь...
лицом разрезать! Он ранен! Никакого подполья, а скоро и никаких генераторов. Получилось. Ток в барьере пропал. Можно его разбивать. Есть лестница или лифт? Вот как этот лифт, если смогу подняться. Склеить механизм? Я вот думаю, а может сказать Фине, что ты Человек-паук? Эй, Фина, я не только соврал насчет вступления в твой клуб, но и тот, кто хочет тебе помешать. Ну, можно и как-то поделикатней. Ага, большая бронированная шахта. Да, мой игровой комп до такого явно не дотягивает. Ага. У Фины тут настоящее злодейское логово. Видишь этот огромный бронированный контейнер? Абсолютно неподозрительный. Думаешь, на форм там? Да, есть ощущение. Тренеры во все стороны тянутся кабели. Интересно. Никого нет. Можно осмотреться. Фина тут давно устроилась. Надо осмотреться. Тут можно паутиной. Шик! Доступ к генератору открыт. Один есть. Нужно включить остальные. Почему я должен признаваться Фине, что я человек-паук? Ты не думаешь, что ей это не понравится? Посчитаем плюсы и минусы. Плюс. Она твой лучший друг. После меня. Минус. Она умелец. Плюс. Лучше поговорить прямо, чем действовать у нее за спиной. Минус. Другой человек-паук ясно сказал. Никому не говорить, кто я такой. Ты сказал мне. Может, если бы она знала, что борется с тобой, то ей бы перехотелось быть умельцем? Может, ты прав. Ага, уже два. Надеюсь, это хорошая идея. Ну что может случиться? Ты ж в 30 кварталах отсюда. Ха!
Кабели — это интересно. Посмотри, куда ведут. Включив генераторы, я врублю оборудование Фины. Мой костюм может обнаружить генераторы.
Ха!